уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся на каникулярной неделе. У нас есть замечательная возможность подготовить еще один урок Lesson Study, поэтому цель нашей сегодняшней первой встречи – это определение, кто же будет ведущим, определение того класса, в котором мы будем проводить второй уже вариант нашего урока Lesson Study. Ну и первичное планирование будущего урока Lesson Study. Давайте определимся, кто же у нас будет ведущим. Для этого я прошу вас каждого взять по одному стикеру и написать свое имя. Ну что ж, уже у всех присутствующих есть небольшой опыт участия в подобных уроках, поэтому я думаю, каждый, наверное, испытывает определенное желание побыть в роли ведущего. Давайте предложим вытянуть счастливую бумажку нашему самому юному педагогу. Альбина Бахтбековна. Ну что ж, Альбина Бахтбековна, на этот раз это вы. Вполне заслуженно, потому что вы у нас прошли курсы по третьему уровню. Давайте будем решать наш главный вопрос, да? Что станет предметом исследования? Альбина Бахтбековна предлагает работу в группах. Да, я согласна с этим. За работу в группах, потому что, ну вот как уже вы, наверное, понимаете, теперь работать в пятых-шестых классах, все-таки первоначально опыт работы должен складываться у детей в начальной школе. Да. Чтобы потом, чем старше они становились, мы не тратили время на организацию этой работы в группе, а тратили время уже непосредственно на решение того или иного вопроса по предмету. Да, поэтому, мне кажется, с начальной школы нужно было это начинать. Сначала мы с вами, как это принято в нашей программе, решаем, как это будет, а теперь уже что непосредственно мы будем делать. То есть, какую тему вы предлагаете? Напоминаю, что она может быть не обязательно связана с предметом. Father,
Сколько три жетона? Спасибо. Спасибо. Смотри, третья команда. Шесть. Так, вторые, кто вот пришли? Один. Три жетона. Спасибо. Как по-английски ноль?
Zero. 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 Sixteen. Okay. Okay. How much? Сколько у вас? 17. У нас? Да. Sixteen. Бегущий человек, running man. Zero. Сколько? Zero. Zero. Okay. Thank you. Drinking drink. How much? Seven. Seven. Very good. Thirteen. Okay. Давайте это подумаем. Какая команда победила? Футболисты. Окей, давайте похлопаем. Они сегодня поработали на славу. Окей, thank you very much. Будет? Ребята, мы тоже, как ваши сегодняшние гости, хотели сказать, что вы большие молодцы, было интересно. И я думаю, сегодня нет у нас победителей и проигравших, потому что каждый из вас прежде всего изучал английский язык. Например, вы из-за того, что у вас не осталось ни одного жетона, узнали, как на английском звучит слово «ноль», да? Это тоже замечательно. Я думаю, вот эта команда, которая у нас была победительницей, стала победительницей, она этого слова не знает. Можете назвать на английском слово «ноль»? Ну что ж, замечательно. Да. Вы большие молодцы. Спасибо вам. Удачи вам в изучении английского языка. Very good. You've done so much, a lot of work. So, спасибо вам за наш сегодняшний урок. Сегодня мы все проработали очень хорошо, молодцы. К сожалению, на этом наш урок заканчивается, да? Но вы не огорчайтесь, у нас также еще будут такие же уроки, да, путешествия. So, the lesson is over. Goodbye, children. Goodbye, teacher. Языке. Хорошо. Что еще ты узнал нового после этого урока? Вот как тебе работалось в твоей команде? Ты как-то по-другому своих ребят увидел, узнал по-другому? Да. Кого, например? Ну, кто? Может быть, с лучшей стороны. Кто-то был неожиданно активен, кто-то неожиданно больше знал, чем ты. Были такие Никита ребята? Никита был неожиданно спокойный. Никита, да? Тебе понравилось, что он был спокоен? Да. А как ты оцениваешь его работу в команде? Ну, то он на уроках прыгает, отвлекает их, то он сидел спокойненько, никому не мешал, нам помогал. И даже помогал? Да. Ты этому рад? Да. Конечно. Следующий вопрос. А что ты можешь сделать лучше? Вот насколько лучше? Вот весь урок прошел, вот сейчас ты думаешь, вот в этом задании ты мог бы сделать еще лучше. Что вот конкретно? Может быть, в разминке? Может быть, когда вы в группу собирались, может быть, когда клеили. Сделать группу больше. Ты бы хотел сделать группу больше? Да. А почему? Ну, чтобы других людей получше узнать. Еще получше других людей хотел бы узнать. Наверное, предметы рисуют, потому что иногда не получается. Из-за того, что плохо рисуешь, да? Ну, да, наверное. Предметы рисовать, да. Хорошо. А вот, например, другие задания, вот это ваша разминка, когда вы пазл собирали, в группу когда садились, для тебя это сложно или нет? Нет. Не сложно? Ну, потому что одному, может, у тебя что-то не получится, если ты в группе работаешь, тебе подскажут, ну, друг может объяснить, то, что у тебя не получается, помогут. Понятно. Изобразить членов семьи. Нарисовать членов семьи? Нет, изобразить прям. А как изобразить? Ну, как бы... А, театрализовано, да? То есть разыграть еще эту да. сцену. Разыграть. Но это тоже сложно. Вроде там и твой друг хочется хорошо оценить. Но и когда они плохо рассказывают, то тоже как-то несправедливо будет, если поставите там значок отлично. И вот вы как в команде решали эту проблему? Каким образом вы ее решали? Мы решали. Вот, например, я говорил 2 или 1. И вот голосование проводили. Можно научиться правильно оценивать. Это называется объективно, да? Ну, объективно. Объективно. Знаешь, такое слово значение? Нет. Нет? Ну вот придешь домой и спросишь. Итак, добрый день, коллеги. Я хотела бы начать с того, что в нашей школе в пятницу прошел второй урок lesson study, исследование действия. Предлагаю обсудить, к какому результату мы пришли, какие наблюдения сделали и какую перспективу для дальнейшего исследования мы с вами можем выстроить. Напоминаю, что по правилам обсуждения lesson study сначала обсуждается наблюдение за 3 учениками, которые были определены у нас. Это ученик высокой успеваемости, средней успеваемости и низкой успеваемости. Потом уже общее впечатление от класса и от той методики преподавания, которую мы рекомендовали учителю, вместе ее согласовали. И уже затем какие-то отдельные наблюдения. Итак, давайте начнем.
Итак, давайте начнем наше обсуждение с наблюдений за учениками, которых мы определили. Напомню всем, что цель нашего урока была это формирование языковой компетентности на уроках английского языка через работу ребят в группах. Итак, вот у меня был первый ученик А, высокая успеваемость. Какие наблюдения у меня в результате получились? Ну, я обратила внимание на то, что предполагаемый результат с реальным результатом практически совпал. Тем не менее, у меня есть, на мой взгляд, очень интересное замечание. Прежде всего, я обратила внимание. Размышляя о проделанной работе, я могу сделать вывод о том, что lesson study не имеет завершенности. Так как данная методика предполагает непрерывный процесс совершенствования собственной практики преподавания. Если даже что-то не срабатывает на уроке, то на рефлексивном этапе коллеги вместе проводят анализ для дальнейшего изменения, прогнозируя ожидаемые ответы или реакции учеников. Я рассматриваю процесс lesson study как одну из нетрадиционных форм непрерывного профессионального развития педагога и призываю всех учителей взять на заметку данную методику lesson study.